Дженнивер. Простуда, сэр, я уверен. Это не мрак. Через два дня отправьте людей забрать его вещи в пользу барона. Пусть захватят тебя. Есть, сэр. Надо быть осторожнее. Или пойду крыс кормить. Может, отправимся в бурю? Знаешь, почему я скучаю? По цоканью копыт. Вот это верно. Баса, я бы выбрал банку с огурцами. Она тяжелее. Гаррет! Черт! Ты по-прежнему не дружишь с дверями. Ты прям не заходишь, не пишешь. Я думал, вы с Эрин оба погибли в том налете на особняк. Где тебя носило? Не знаю. Не знает. Ладно, забудь. Не хочу даже знать, каким дерьмом ты страдал целый год. Не до того мне сейчас. Особенно теперь, когда барон ввел налог на опиум из-за этого мрака, не говоря уже о черном налоге ловца воров. Пьют кровь из дельцов вроде меня. Если у тебя есть дело, так давай говори. А ты уверен, что справишься? Ладно, вот в чем суть. Ты должен достать мне кольцо. Женишься, что ли? Одного раза хватит. Ай, драная птица! Клянусь, я когда-нибудь сделаю из тебя шляпу. А думать за тебя кто будет? У меня все пальцы в бинтах. Работа, Бас. Да, работа. Да. Точно. Его носит некий Корнелиус Грейвс. Надменный такой типчик из тех, к чьим сапогам дерьмо не липнет. А? Вот так. В чем подвох? Он мертв. Бас, я вор, а не мародер. Он умер недавно. Как мне сказали, он никогда не снимал кольцо. Вроде ничего сложного. Сложность. Его нужно найти, прежде чем его заберут труповозы. По слухам, они отвозят тела на старую фабрику близ Шлаковой ямы. Там почему-то полно стражи барона. Лучший способ туда попасть — через старую часовню. И, Гаррет, не облажайся. У кое-кого из нас еще куча долгов. Не поймаешь, не обложишь. Ну да. Да. Дуй отсюда и выходи через дверь. Ладно? Но рад был тебя повидать.
Если ты покупаешь, у меня есть товар для темных дел. Всегда рад вас видеть. Дым отгоняет мрак. Да? Значит, наши потроха защищены. Мы этим дымом еще в мастерских надышались. Мы тогда такую дрянь отхаркивали. Отдали ее коллекционеру. Это последний. Завтра будут новые. Мне уже кажется, что они везунчики. Везунчики? Некоторые старая часовня в Морнингсайде. Это двор королевы попрошаек. Одинокая ночь сегодня. И это хорошо. А, Гаррет. Немногие бы выбрали твой путь. Других путей я не знаю. Верно. Ты ведь знаешь, что обо мне говорят. Ты узнаешь обо всем, что происходит в городе? Не обо всем. Только о самом важном. Что привело тебя сюда? Ищешь моего совета? Год назад я был в поместье Нордкреста. Что-то пошло не так. Что со мной случилось? Что случилось с Эрин? Год назад. Слишком самоуверенные люди попытались взять под контроль то, чего до конца не понимали. Равновесие было нарушено. И это отразилось на всех. Это что, ответ? Когда мои попрошайки тебя нашли... После того случая, они решили, что ты мертвый, но ты был жив. Мы вылечили тебя и вывезли из города, чтобы защитить. Мы ждали. Но когда начался мрак, что-то начало будить тебя, и мы решили вернуть тебя домой. Этот город болен. Но он все тебе расскажет, если ты будешь слушать. Берегись, Гаррет. В тени скрываются вещи пострашнее тебя. Грузим трупы с самого рассвета. Нам бы закончить поскорее. Слыхали этого ленивого канавника? Радуйся, что толкаешь телегу, а не лежишь на ней. Найду другой путь.
И это называется работа? Ха. Смотри, чтобы псина не брехала, и разбуди меня к концу смены. Как ты спишь в таком месте? Еще и генерал где-то бродит, зубами скрипит и ногой своей паскудной. Смотри и учись! Смотри и Эрин, я не заболел? А вот этого на живодерню. Надо показать его генералу до последнего звонка. Ты глянь, благородный среди оборванцев. Ну-ка, что у него? Не здесь же, тупоголовый. Мы погрузили его как можно бережнее. Хотел бы я встретить барона и пожать ему руку. Замерзаю. Я точно прятал где-то здесь. Дерьмо. В такой темноте я ничего не найду. Клянусь зубами Рорка. То трупы, то эти куклы здоровенные. Еще немного, и я сам отправлюсь рыб кормить. Если зазеваюсь, крысы сожрут. Манекены? Я пришел сюда за телом, но не за таким же. Мне кажется, тут только что кто-то был. Никого нет. Так, не зевать, не зевать. Где же оно? Где же оно? Что случилось с этим местом? А, кажется, тут я уже искал. Чё это сажи? Меня эти манекены вымораживают. Больно. Те шарлатаны в масках на такую работу бы не пошли. Час придет. Я это знаю. Пошел, ублюдок. Лучше ты, чем я. Клянусь слезами рыжей Жени. Ее треклятым пони. На бойне с тушами уважительнее обращаются. Корнелиус, наверное, уже на конвейере. Поеду за Корнелиусом в порядке живой очереди. Поздно уже. Все на первый день зеленеют, а на второй не возвращаются. Мы раньше трупы за городской.
Нам было велено сжигать их в боковых переулках квартала. Но после пожара у сотрудников пришлось и это тоже объявить преступлением. Бедный Блоумар. Если бы за болтовню платили, вы двое разбогатели бы. Рты прикройте, а? Те шарлатаны в масках на такую работу бы не пошли. Настоящему непригодным для жизни. Это как охотиться на оленей. Пора слезать. Я привык быть движущейся целью. Получай. Наконец-то нищие для чего-то сгодились. На той неделе мы принимали по сотне мертвецов каждый день. Мрак избавил город от большего количества дерьма, чем вся наша страна. Теперь мрак и до богатых добрался. Так все жмуры одинаковые. Зная причину смерти, легче сдержать распространение болезни. Собственно, кое-кого арбалетными стрелами утыкал. Это тоже запишите, сэр. Не умничай, страж. Это не соответствует ни твоей физиономии, ни твоей должности, которую ты рискуешь потерять.
Служаночка была симпатичной. Видимых повреждений нет. И, видимо, умер не от мрака. Дайте мне закрытую дверь, и я ее открою. Но таких механизмов я еще не видел. Наверняка тут есть ключ. Корнелиус очень прыткий. Придется побегать. Мне нужно его кольцо. О, все в очередь. И не толкайтесь. Огня хватит на всех. Батя всегда говорил, что работать не на заводе. Сказал, плевать, если у твоей матери чертов мрак. С нами жить она не будет. Из огня до полымя, черна. Простите, сэр. Взять следующий труп, когда пришли вы. Я же многого не прошу. Уважение. Что я, блин, скажу? Брось его в печь. Проверь, нет ли денег. Его стрела не пропадала. Лишаешь трупа остатков достоинства и всех ценностей? Ловец воров хуже, чем о нем рассказывает. Я украду кольцо обратно.
Прошло 3 дня. Мы спорили, когда генерал кого-нибудь изобьет, не прикончит. Панели пропал. Надеюсь, следующий не я. Генерал, ну очень хотел это кольцо. Что в нем такого? Не хочу знать. Не суй нос куда не следует, целее будешь. И все же, мне раньше не попадались трупы с кольцами. Слушай, как думаешь, а может еще поискать? Ну, может, интимные кольца, а? Что еще за интимные кольца? Это кольцо для, ну, в общем, твоего мужского пальца. Ты чего, придуриваешься? Или многим нравится? Зачем? Вроде как помогает его поднять. Одна девочка из цветочка. Что, сейф? Очередное нововведение барона, очевидно. Скрою, как любой другой. Аристократы слишком любят любоваться своим гербом. Я охотился тут на крыс. Тогда здесь все было заброшено. Барон перенес все заводы на тот берег, в Шлаковую яму. Это его мечта. Мол, автоматизация, металл и нищета.